Йоу-йоу-йоу! Hey! Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, это канал Александр Смит в исполнении Месси Смит Плей. Продолжаем играть в Call of Duty Advanced Warfare. Следующее задание. Это Мантикора. Биооружие против определенных генотипов. Если твоей ДНК нет в базе Атласа, считай, что ты труп. Он может сбросить его на поле боя. Его бойцы выживут. Наши умрут. Верно. Контакт с одной спорой смертелен. Химзащита бестолку. Он уже в работе? Не знаю. Но раз он изготовил образец, возможно, уже идет производство в промышленных масштабах. Если да, нам нужно знать что, где и как. Иначе нам Айронса не свалить. У Атласа есть куча заводов, способных наладить массовый выпуск. Вот тогда до нас и дойдет. Гидеон знает место. Ты уверен, что ему можно доверять? Без него задание не выполнить. У нас есть выбор. Цель – заброшенная лесопилка в Болгарии. Встречаемся в точке сбора и объединяемся с группой Кормака. 3 минуты до цели! Ты был прав насчет Айронса. До меня не сразу дошло. Хорошо успели. Без тебя мы бы так и блуждали в темноте. Прямо как раньше, а? Это гадюка Т-3. Нас попали. Эбби, ударил Атлас. Черт! Сбой, Экзо! Система не отвечает. Не могу! Приготовиться к удару! Все! Прыгай! В общем, друзья, производительное, эффективное исполнение за честь, за престиж своей страны и за будущее США. Наконец-то понял Гидеон, рано или поздно он понял, что Митчелл, так как хороший человек, это мы, а Айронс, который, друзья, перегнул все границы, которые нельзя было перегибать. И, наконец-то, он наступление пошел именно на него, а не на нас, соответственно. Так, биолаборатория, соответственно, друзья, 4 апреля уже аж. Пропустили и февраль, пропустили март уже в апреле. Мы с вами, друзья. И у нас сегодня, кстати, 2 апреля. Я записываю, по крайней мере, 2 апреля. А будут серии, скорее всего, 4 апреля или 5 или 6. Но когда-то будут серии, естественно. Вот они! Валим! Мы продолжаем, естественно, играть в продвинутую войну. Эту миссию маленько подзабыл, потому что, естественно, я ее не проходил, записываю сейчас подряд. Не дай этому снайперу убить нас! Да, не дадим этому снайперу убить нас, потому что если убьют нас, то это будет совсем неправильно, потому что это 10-я операция, их всего 15. Нам еще нужно 5 пройти, следующий, друзья, будет пройденный путь. Следующая игра, друзья, мы с вами живем в год великих возвращений, поэтому следующая игра по этой игре, следующая операция. И в этой игре, друзья, выйдет как можно, только так, как сразу. Но сейчас будет опять очередная пауза по этой игре. Но мы с вами вернемся и продолжим продвижение. Опачки, продвижение именно продвинутой войны. Мы пока бежим. Пока бежим, куда-то бежим с Гидеоном, потому что нас преследуют. У нас получилась полная западня, полная пизда. И мы, соответственно, как-то пытаемся. Так, Рэмбо, да, первая кровь. Вертушка кружит над нами, пошел! Пытаемся как-то вертушку, не попасть на вертушку. Пытаемся как-то залезть. А я знаю, что здесь нужно... Ctrl нажимать, потому что здесь нет такого понятия, как просто залезть. Здесь нужно кнопочки тыкать. Я-то думал раньше времени. Сумничу маленько, но тут не получилось. Сумничу. Держи. Опа, трос маленько отвалился там спокойно. Давай. Нормально. Давай. Я ползу. Может, мне руку подашь? Может, мне подашь руку? Опа, маскировочка. Опачки, братья. Это же продвинутая. Это же война. Продвинутая. Та самая. От маскировки спокойно. Зафиксируй меня на своем экране. Рядом с врагами двигайся осторожно. Они не должны тебя услышать. Спокойно, друзья. У нас сейчас тактическое наступление. Мы с точки зрения тактики действуем. Это был лось. Offensive. Наступление. Offensive. Адвенч, продвижение.
атака, и меня убивают. Вот так. Вот так вот, друзья. А вы что думали? Здесь не так-то все жестко. Надо было, походу, мне замаскироваться, что ли, что? Блять, так я думал, что это нужно закрепить его, когда ты это. Я сейчас под маскировку, если что. Я сейчас просто лежу как Гидеон, вообще ничего не делаю. Полностью концентрация в активной фазе сейчас происходит наша. Мы замедлительно переходим в фазу какую? И когда мы бегаем, у нас маскировка. Вы тот, что спереди. Никаких признаков. Но за этими деревьями ни черта не видно. Тут нужен разведчик с тепловизором. Оставайтесь на месте, ждите поисковый дрон. Вас понял. Вы же понимаете, друзья, вот сейчас что происходит? Это крепкие парни. Это вообще крепкие. Крепкие такие крепкие парни, которых просто вообще не найти. Это продвинуто, вы нам видите, друзья, что они прозрачные. Непрозрачные. Настолько... Настолько возможно, что представить возможно, это невозможно. Это же представьте, друзья. Это без глушителя. Стрелять только в крайнем случае. Давай сделаем все тихо. Я, блин, не люблю тихо все делать, но придется. Наша вертушка повреждена. Мы в аварийном режиме, нуждаемся в эвакуации. Нет возможности, Страж 2-1. Попробуйте связаться со Стражем 2-3. Вас понял. Представьте, если Хитман будет таким. Ставьте, если Хитман будет, друзья, в режиме прозрачности. Это же полный жопа. Это полный капец. Убрать его нужно. Нейтрализовать его надо или нет? Ну, не надо нейтрализовать его. И пока действуем, как нам говорит Гидеон. Они, друзья, реально крепкие парни. Друзья. Это те парни, которые не получают травмы вообще. У них нет понятия трицепс, бицепс, растяжения, колено, ушибы. Парни действуют с точки зрения именно подготовки. И возле трейлера. Парни действуют с точки зрения подготовленности такого масштаба нереальности, потому что это продвинутая война. Это что-то новое, это что-то будущее, это что-то офигенное. Очки. А я пришла, игра! Идешь отсюда. Да, это жестко, когда парни тебя убивают, словно ты не понимаешь, кто это, прозрачность. Я все говорил про на то, что он прозрачный, призрачный, нас прозрачный. Раскрыли. Как раскрыли? В смысле раскрыли? Кто раскрыл? Так, раскрыли нас, уёба. Вспомнили про Хитмана и нас тут же раскрыли. Я же замаскирован, блядь. Почему нас раскрыли? Отлично. Спокойно. Почему нас раскрыли? Без маскировки я? Странно. Я, походу, друзья, был без маскировки. Я, походу, у меня кончилась моя маскировка, и нас просто раскрыли, потому что просто увидели. Это все понятно, друзья. Незамедлительное действие. Понял, я под маскировкой. А ты ее снимаешь здесь? А, он ее, походу, перезаряжает, я понял. Вот что значит, друзья, прохожу серию подряд, то есть не вспоминая эту операцию. Первый раз сюда проходишь не так официально круто, а второй раз, третий раз уже проходишь круто. Хоть я играл в эту игру, но, соответственно, это было очень давно. Сами понимаете, 10 лет игре уже. 10. Давайте я маскировку перезагружу. Жалко, она не бесконечная. Ну, у нас у всех есть заряд, у нас у всех есть батарейки, поэтому, естественно, все когда-то заканчивается. Так, ну что, это пошли у нас робокопы. Это ASAT.
Это же нейросети. Те самые. Продвинутай. Бежим, бежим аккуратно, спокойно, следуем красиво. Пока это слишком било, как там называется-то, операция. Биологическая какая-то. Мне не особо пока она нравится, она какая-то такая. Тут маскировка бесполезна. Уходи от луча. Так, у меня маскировка бесполезная. Окей. Мне нравится операция, которая... Я слежу за лучом, спокойно. То есть у них тоже есть, друзья, специальные вещи, которые проверяют тех или иных моментов, которые могут произойти здесь, в продвинутой войне. Они понимают, что они скорее... Они нас засекли! В атаку! Ну, конечно, конечно, да, в атаку. Я думал, конец миссии, операции. Нас засекли, значит, можем продолжать. Так, ну, нас засекли, значит, мы действуем дальше. Просто стреляем, потому что нас засекли. Что мы можем еще, в принципе, сделать? Так. Блин, они сейчас... Нас сейчас убьют. Да, окей, неправильно маленько действуем. Бывает. Охотник. Тут маскировка бесполезна. Уходи от луча. Да почему нас засекли? Надо действовать более так. Подожди, пока патруль пройдет. Спокойно, друзья. Действуем несокрушимо. Действуем очень скрытно. Имя нам страж, поэтому мы действуем под маскировкой и не пытаемся выглядеть дебилами. А, я понял, почему меня засекли, потому что я опоздал, когда Гидеон мне сказал. Действуем за Гидеоном. Если Гидеон говорит, идем, значит идем, все в порядке. Е-е-е, мы прошли, окей. По идее, можно было продолжать игру. Я, может быть, скорее всего, нас все равно бы убили бы, наверное. Режим скрытности. Ну вот и все. Кормов мы рядом. Понял. Так, можно показать себя. Здорово, Пика. Парни. Надо быстро сваливать. Пришлось убрать пару их ребят. Когда их найдут, будет жарко. Дело не сделано. Пошли. Миссия даже начаться не успела. Мы никуда не уйдем, пока все тут не осмотрим. Ну вот и все. Кормов мы рядом. Понял. Продолжаем, друзья. У нас тут вылетела игра. Ты как? Надо быстро сваливать. Пришлось убрать пару их ребят. Когда их найдут, будет жарко. Дело не сделано. Пошли. Миссия даже начаться не успела. Мы никуда не уйдем, пока все тут не осмотрим. Я ни черта не вижу. Нокс, покажи им. Посылаю данные. Следы химикатов, босс. Много химии. Им есть что скрывать. Мы не справились. Вернемся в другой раз. Другого дня не будет. Облажаемся. Отвечать будешь ты. А когда было иначе? В общем, друзья, игра влетела, я прям что-то расстроился, серьезно. Ну, вроде обработал, все, файлы, естественно, обработал, все в порядке. Крутой ублюдок, надо признать. Фикс, исправление, все это, естественно, мы сделаем, понятное дело, но такие неполадки, это мне совсем не нравится. Ну, что такое? Что это продвинутая война, ну, тут нельзя так. Я спускаюсь, я аккуратно. В общем, друзья, по сути, Био-война, по сути, друзья, пошла. Био-война. Чего мы все боимся? Она пошла, друзья. То есть, на кого-то повлияет это биооружие, на кого-то нет. Это просто капец. Я проснулся, я просто в ахуе. Нокс. Оп. Чисто. Let's go, парни. Парни, за мной. Это я маленько бываю. Вот в ту сторону. А получается маленько не так. Эффективно исполняем. Все красиво. Перформанс. Персонально. Опа, надо заходить туда. Вперед. Расстрел, парни, вам. И победить нас всех тут. Оп. Аккуратно. Персонально. Пошла стрельба. Мы проникли в здание.
И движемся к серверной. Вас понял. Подключаю данные разведки. Действуйте по плану. Понял. Окей, действуем по плану, действуем с точки подготовленности и, естественно, аккуратно и спокойно. Давай на лестницу. Прикрываю. Так, мы не сокрушим, помните, друзья? Так. Вот так. Митчелл, ты первый. Я пошел, несокрушимый. Опа. Несокрушим! Несокрушим, незаменим. Один из одного. Пользую я вот это вот. Лучшая группа. Так, парни, берем все. Карды и банки данных, все, что увидите. Сами знаете. Кингпин, начинаю передачу. Войдите в систему. Ожидаю прибытия посылки. И этот старик, те два, там. Лучшая международная Кингу, группа. У нас передаю. И имя им, Речь соответственно, Страж. Так, жгите все. Термит. Тут не только биологическое оружие. А, биовойна. Зачем мы свалим Айронса? Ты как? Я не знаю, что это снова. Посылка получена. Ну, поехали. Все, все отлично. Вас понял. Контакт. Выдвигаемся на химзавод. Контакт, который здесь происходит, все отлично. Кто горит? 2-3, внимание. Вокруг цели крупное скопление противника. Они активировали сенсорную сеть. Наше прикрытие бесполезно. Так, больше не прячемся. Не лезьте под сенсоры, они сбивают настройки костюмов. Пошел. Все, нас раскрыли! Раскрыли! Нас раскрыли! Раскрыли нас! А мы их раскрыли тоже! Его война! Биологическая война! Опа, не попадать! Не попадать надо на сенсор! Стрелять надо! Проходи слева и справа! Иду, иду с этой стороны, спокойно, с этого фланга. Пошла, 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 стрелял. Оп, 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 сенсор! Контакт под нами! Контакт, 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 вдвоем здесь! Ну, блядь, ну не надо было так, ну не раз... Убрал сенсор! Я тебе сейчас постреляю, слышь ты. Лази. Слушай, я тут не вижу, что ли, выглядываешь, твоя головенка твоя. Проходи слева и справа. Туповатая головенка твоя. Не прижмут нас. Следить за сенсором. Не прижмут. Под нами. Задвинуй тай. Продвигаемся, продвигаемся, продвигаемся. Все красиво, 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 красиво. Поэтапно, четко, четко, красиво. Опа, вижу чуваков. Чуваков еще вижу. Много чуваков. Выполняем четко красиво. Заходим тоже четко красиво. Оп-оп-оп-оп-оп, не победим. Не сокрушим. Один. В одном. Лучшая группа международного. Опа. Лучшая группа международного США. Имя нам Страж, спокойно, уйди. Тебе не нравится? Пошла жесткая музыка, да? Мы на месте. Система Биоспарк распознала следы токсина на канистрах. Митчелл, ставь FRB. Закончим с этим. Всем выйти! Митчелл, давай! Поехали! Let's go! Кингпин, объект нейтрализован. К выходу готовы. В основной зоне высадки слишком опасно. В небе полно врагов. Новая зона в трех кликах к юго-востоку. Мы засекли Т-740 в южном ангаре. Это ваша лошадка. Вас понял. Выдвигаемся. Все лучше и лучше. Окей, какая тактическое правильное расположение наших идей? Контакт! Tactical Sanctions. Или Tactical Sanctions. Тактическое решение. Какое принимаем? Контакт принимаем, значит стреляем. Окей, поехали. Контакт, так контакт. Если мы контакт, то все контакт. Окей, окей, окей. Tactical Sanctions. Тактически. Я захожу. Я захожу. Пойду.
Лази, я тебе сказал, оттуда вас слышь, нет? Куда побежал ты? Назад, 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 херово, 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 хер назад, я назад, я Гидеону, я Гидеону, спокойно, игра сохранена, красиво. Че, отступаем? Тактическое отступление вроде бы не было такого сказано. Опа, вижу чуваков. Вау! Нормалек! Пикардос! Вау! Он встает! Эй, 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 о, ну это далеко. Это далеко. Гренка! Флешка, еще одна! Еще одна! Прибавься! Продвинутая! Война продвинутая! Ты в этой продвинутой! Ты в этой продвинутой войне! Красиво сейчас было, кстати говоря, убрали этого IA Sentinel, Sentinel, Roll Set, fucking shit, Advanced Warfare. Тут есть бутерброды и водичка, можно попить и съесть спокойно. Я есть хочу, просто я есть хочу, хавать хочу. Кого там прикроешь, не пизди мне там. Так, спокойно, игра сохранена, нужно что-то, что-то нужно конкретно сделать, покупка. Куда мне нужно следовать, я понял, наверх. Все, поставил глушилку, спокойно, все заглушено. Аккуратно, все эффективно. Окей, я все готово. Парни, парни, на подходе тут у нас группировка, группировка на подходе у нас здесь. Заблокировать все там проходы, выходы. Убрать каждого, зачастую убираем всех тут. Это программа. Это Нокс, это Кокс, это Мокс, это Джокс, папуха. Пойдем, let's go, come on, let's go, уходим, уходим. Я уже здесь, я Митчелл, я уже ушел оттуда, вы где-то да, раньше говорил команду какую-то. Я иду сюда, здесь надо. Где парни, там идете, нет? Вроде идут. Вроде ползут, я просто быстрее их соображаю. Ангар для техники сюда. Всем отрядам охраны быстро в южный двор. Боевая тревога во всех секторах. Обыщите комнату. Обыскать на комнату. Кстати, по-любому где-то должна быть еще секретная херня быть. Попробуй наладить. Так, Мокс, 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 попробуй наладить. Всего лишь прототип. Он не может так сильно. Проверю здесь всякие места, может что-то здесь интересно. Вообще, по идее, где должны быть такие вещи, которые... По это... Секретные. Повышаем мощность. Вроде бы здесь нету такого рама. Да умеет водить эту штуку, поднимите руки! Так, я ушел. Мы с Митчеллом тренировались на 600-х. Эти движки новые. Это примерно так происходит. Я покажу первый раз миссии. Мы заряжены с полным боекомплектом. Кингпин, это Страж 2-3. Движемся к зоне посадки. Будем примерно через 10 минут. Прошу зачистить зону посадки. Понял вас, Страж 2-3. Птичка пошла обходным путем. Остаюсь на связи. Так, все по местам. А, бутылки можно пострелять. По местам все, занять правильную позицию, окей. Большая миссия, кстати, очень большая. Мы же обычно все по 20 минут. Тут уже за 30 минут. Орудия включены. Выдвигаемся, Митчелл. Выдвигаемся красиво. Стрелять можно по этим? Через ворота! Огонь по готовности! Бей по пехоте ракетами! Кто слева бьет? Я стреляю ракеты спокойно. А, вижу, нет, не вижу. Огонь справа! Где там справа-то? Не видно ни хрена. А, вот они парни, это все вот эти парни, они жесткие такие, что ли? Они с РПГ все. Вау, РПГ летит! Охренеть. Охренеть, я походу сбил РПГ.
убью вас. Куда ты тут лезешь, слышь ты? Система трофи, друзья, у нас все падает. Система КПшки нашего. Непонятно чего. На чем мы едем? Чем мы движемся? Пехота перед нами! Пехота! Пехота, вам шанса! Техника приближается! Да, это жестко, конечно. Техника приближается. Так кто? Техника, ты техника. Там, беги отсюда. Нормально. У нас слишком с вами, друзья, пиздатый. У нас слишком пэтчдаун. Что за пэтчдаун? Система трофи. 75%. 75% у нас нейтрализация нашей хрени, которая могут взорвать, могут дезориентировать, потому что нужно это... понимать все определенные системы, которые сейчас происходят. Чуваки тут сидят, я в них не попадаю, вообще не пизды. Как мне в них, блядь, попасть? Вау, бревна, бревна! Птичка слева, бревна полетели от Логана. Росомаха! Поехали, поехали, взрыв опасный! Взрыв опасный! Огонь справа! Справа, слева, тут везде! 50%! Надо было лазить уже от системы профессиональной! Advance! Исполнитель Sky! По нам бьют! По нам бьют! По нам тут все бьют, блядь, уйди отсюда! Где кому не лень, блядь, их тут слишком много. А она стреляет такими, знаете, друзья, такими системными атаками, которые слишком, блядь, долгие, они же не попадают еще по всем. Как тут можно это изменить? Стрельбу можно как-то поставить не такую, а именно пулеметную какую-нибудь, которая будет стрелять местами такими, которые будут... Почему она стреляет только одними такими жесткими выстрелами? Я пошел, у нас 30%, не надо паниковать, нужно идти вперед спокойно. Ебануться! 25%! Мы не справимся! Разлетимся сейчас к хуям! Надо вылазить отсюда! Ва. Поддержка должна быть с воздуха! Мы не справимся! Мы не сможем! Ну, пизда! Эми! Эми пошла критическое состояние. Последние выстрелы, которые мы можем сделать. Или вообще не сможем сделать их. Показатели на нуле. Мы сдыхаем, что ли, или что? Мы сможем, друзья, можем двигаться, кстати говоря. Мы можем двигаться, но мы стреляем Эми. Окей, я всех сбил просто. Танк был уничтожен, да. Окей, у нас еще есть маленькая жизнь. Буду маленько успокоиться. Так. Огонь слева! А нахуя ты перед учитывами на Эми? Нахрен ты переключил на Эми, блядь? Я понял, друзья. Жестко, я не играл никогда в танки. Жопа полная. Жестко операция, если честно, жестко. Я вообще никогда не люблю в Call of Duty танки. Все, валим отсюда, можно уходить, да? Ух, ладненько, спокойненько. Есть! Четверо! Есть! Совсем идеальное исполнение этой миссии, но нормально. Отлично, солдат. Как только это расшифруем, Атласа больше нет. Окей, нам нужно убрать Атлас, друзья. Там.
Лучшая международная группа США. Кстати говоря, вот оно, достижение появилось. Биолаборатория. Задание выполнено. У нас одно улучшение, но нам, естественно, это улучшение особо никуда его не засунуть. Нам нужно под вам, поэтому будем копить. Остается маленько всего прокачать. Друзья, на этом мы с вами заканчиваем пока что эту игру. В ближайшее будущее год великих возвращений случится. 24-й год. Мы, соответственно, закончим в этом году эту игру без вопросов, потому что ей 10 лет. Закончим ее именно 10 лет. Да, игре реально 10 лет, она 14-го года, а сегодня у нас 24-й. Окончим ее как только так сразу, вернемся в эту игру. Но на этом пока все. Видная пауза от этой игры. Спасибо всем, кто ставит лайки, комментирует видео, канал. Увидимся как и на видео, так и на трансляциях и на продолжение этой игры, как Call of Duty, Advanced Warfare и в других. Всем пока.